Сорок птиц. Индийская сказка. Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в нее попались разные птицы. Стали они говорить: «Соблазнила нас приманка, вот мы и попались!» Сказали вороны: «Давайте подумаем, как нам вырваться на волю!» Предложили скворцы: «Будем стараться все как один, может и освободимся!» Думали птицы, думали и придумали. «Давайте все разом взмахнем крыльями, может, взлетим, поднимем сеть!» «Верно!» Подхватили остальные птицы. «Может, поднимем сеть, если дружно возьмем?» Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел птицелов, что сеть с птицами летит, диву дался и бросился вдогонку. Наверху летят птицы вместе с сетью. Внизу бежит за ними птицелов. Бежит, глаз не спускает со своей сети. А как подбежал поближе и разглядел птиц, так и подумал: «Птицы-то в сеть попались разные. Может, перессорятся? Тогда они так быстро лететь не смогут, и сеть потянет их к земле. Тут-то я их и поймаю». И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а потом вороны закаркали. «Никто так не старается, как мы, вороны. Если бы мы так ленились, как все, сеть давно бы упала на землю». Услышали это голуби и рассердились. «Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас!» Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они. Начали все птицы браниться, друг друга упрекать. Крыльями они уже махали еле-еле, и сеть тянула их к земле все сильнее и сильнее. Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на лад не идет. Как только птицелов смог дотянуться до веревки, он крепко ухватился за нее и притянул сеть к земле. Унес птицелов птиц, да и в клетке их пересажал.